Всем привет! Для сегодняшнего обзора я выбрал наушники от бренда Jellius Perfect. Они отлично подходят для тех, кто любит качественный звук, кому надоели уже каплевидные наушники и кто любит классические наушники с дужками. Вот они, их стоимость всего лишь 499 гривен. А звук-то какой? Какой звук? Эти наушники выполнены в трех цветовых исполнениях. Болотно-зеленый, синий и красный. Поэтому вы можете выбирать на свое усмотрение те, которые бы вам больше подошли к вашему внешнему виду. Для меня лично огромный плюс этих наушников в том, что на правом наушнике полностью все меню управления ими. Здесь есть кнопка включения-выключения. Здесь есть кнопка play, stop и ответ на звонок. Здесь есть переключение трека вперед-назад. А также эти же кнопки отвечают за регулировку громкости. Здесь есть зарядный разъем, куда вы можете воткнуть ваш шнурок USB, micro-USB и зарядить ваши наушники. И также разъем 3,5 для того, чтобы подключить эти наушники с помощью шнурка к вашему смартфону. Да, они Bluetooth, версия 5.0, конечно же, это стандартно, и это позволяет экономить заряд наушников, когда вы их заряжаете и используете как Bluetooth. И здесь также есть два индикатора, которые мигают красным, синим цветом. Это для того, чтобы вы понимали, насколько они заряжены, разряжены или какой их статус. Также есть разъем для карты microSD. Наличие разъема для microSD означает, что здесь есть плеер, который позволяет без вашего смартфона слушать музыку. Скидываете всю музыку на вашу карточку, вставляете в этот разъем карточку, одеваете наушники и с помощью меню управления вот здесь вот вы включаете трек и слушаете музыку. О, это же мой любимый трек. Сейчас, минутку. Еще одна удобная штука для того, чтобы регулировать размер дужки наушников. Здесь вот есть насечки возле каждого из наушников от 1 до 4. Вы можете установить уровень, который подходит вашей голове. У меня, например, это уровень 2 на том и на том наушнике, и одеть, и дальше уже не менять. Еще один огромный плюс этих наушников в том, что они легко складываются. Буквально двумя движениями руки я их сложил, теперь они компактно помещаются в ваш рюкзак, либо в вашу сумочку. Это позволяет сэкономить место, если у вас его мало. И вы можете дополнить ваш рюкзак другими продуктами от бренда Jellius. Кстати, обзоры на другие продукты сейчас вот здесь вот находятся. Переходите, смотрите и приобретайте. Теперь самая приятная часть по поводу этих наушников – это звук. Когда вы их одеваете, здесь шикарная звукоизоляция. Даже вы можете слышать сейчас, что я поднимаю голос, при том, что здесь вообще пока что не играет никакая музыка. А тем более, когда вы включаете трек, вы не можете слышать вообще ничего, что вокруг вас. Даже когда вам сигналит машина. Особенно я знаю, что многие из вас и я. Мы любим загонять треки максимально громко, чтобы прочувствовать басы, прочувствовать всю динамику музыки. Поэтому, когда вы это делаете, обращайте внимание, что происходит вокруг вас. Здесь шикарная изоляция. И даже если вы едете в маршрутках, я знаю, что это часто проблема, что вы слышите музыку других людей. Нет, здесь с этим проблем нет. Вашу музыку никто красть не будет. Вы сможете ее слышать только индивидуально. Только вы, лично вы. Но смотрите по сторонам, как я уже сказал, потому что изоляция здесь шикарная. Ах да, еще два момента, которые я забыл сказать. Во-первых, здесь микрофон встроен уже в сами наушники, и вы можете использовать их как гарнитуру. А во-вторых, аккумулятор держит до 4 часов при активных нагрузках. То есть, если вы раз зарядили, одели их на ваши уши, слушаете музыку, общаетесь по телефону, 4 часа непрерывной работы вам гарантированы. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях к этому видео. А если вам понравилась данная модель и вы готовы ее приобрести, в описании к этому видео есть ссылочка на наш онлайн-магазин, где вы можете их купить. Увидимся с вами в следующем обзоре. Пока!